член Общественной палаты Российской Федерации. Угу. Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Угу. Член партии «Единая Россия» Павел Пожигайло заявил сегодня, что хотел бы распустить Министерство культуры, закрыть все театры и запретить в школах изучение английского языка. Ух ты! Своим предложением он объяснил тем, что, изучая английский язык с первого класса, школьники начинают думать по-западному. И, цитата, «таким образом мы выращиваем англичанина». То есть не растим, а выращиваем. А театры, по его мнению, заменяют россиянам храмы и литургию. А вот я-то актерский ребенок. Получается, все детство провел на литургии. Говорил, о, батюшка мой на сцене. Друзья, Павел все правильно говорит, но этого мало. Нужно запретить спорт, потому что это, по сути, супружеская неверность. Посмотрите на борьбу. Мужики обнимаются, потеют. Для этого же есть жена. Нужно запретить письменность, потому что в чистом виде рукоблудие, Митя. Да зачем писать, когда можно сказать? Митя, вообще правильно, с одной стороны. С другой стороны, и речь можно запретить. Потому что языком можно произнести такие грешные фразы «театр — это искусство» или «hello, I'm from Russia». Давайте вообще запретим рты. Подождите, а как же Павел Пожигайло тогда будет озвучивать свои предложения? Ему для этого рот-то зачем?